Пара из Самары победила в международном конкурсе «Romantic Thailand». В общей сложности за победу боролись более 60 пар из Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России и Украины. Для участия необходимо было снять видеоролик с историей любви и загрузить его на сайт конкурса. В итоге в финал вышли 6 пар, которые отправились в Таиланд, чтобы продолжить борьбу за звание лучшей. В качестве награды влюбленные получат в подарок свадебную церемонию в традиционном тайском стиле и медовый месяц в Таиланде. Самарские участники, Оксана и Александр, опытные путешественники и даже встретились в дороге. Познакомились мы в поезде по пути в Горный Алтай. Вот. Это было 4 года назад, и с тех пор началась наша история. Мы любим горы, любим пещеры, все, что с этим связано, поэтому... Каждый год туда ездим. Да, ездим Алтай, обычно. Хакасия, Горный Алтай. Азиатское направление. Но в этот раз поедем на море, где мы ни разу вместе не были.